Летний лагерь – это отличное место, чтобы завести новых друзей и отдохнуть на природе. Добро пожаловать в наш лагерь. Я буду вашим вожатым. Надеюсь, вы готовы к приключениям? Давайте сделаем селфи вместе. Улыбочку. Покажите, как вы взволнованы. Почему они все уставились в смартфоны? С этого дня гаджеты в лагере запрещены. Ну да, конечно. Эй, не трогайте мои VR-очки! Отдайте мои вещи! Я конфискую все ваши гаджеты. Да уж, с таким строгим вожатым в лагере не повеселишься. Это все? Да, вы все забрали. Нет, я без гаджетов не останусь. Ты выглядишь подозрительно довольной. Нет, с чего вы взяли? Я найду, что ты скрываешь. Надену свои специальные сканирующие очки. От внимательного взгляда вожатого ничего не ускользнет. Уверена, он просто блефует. Он ничего не найдет. Решила спрятать наушники? Давай-ка их сюда. Ладно, забирайте. Доставай все, что у тебя в карманах. Пожалуйста. А под кепкой ты что прячешь? Мои любимые крошки. Ого, мини-гаджеты. Надеюсь, это все. У нас же лагерь без гаджетов. А это тогда что? Она права, ваши очки тоже нужно конфисковать. Мои очки. Ладно, так уже быть. Мы здесь все равны. Пойдем заселяться. Сейчас мы с вами будем ставить палатку. Нужно вспомнить, как это делается по порядку. Думаешь, наш вожатый знает, что делает? Сейчас увидим. Сначала нужно соединить дуги. Подержите пока это, а я найду, куда их нужно вставлять. Ой, смотри, они растягиваются. Мне кажется, или я видел медведя. У меня пропала надежда поставить эту палатку. О, я знаю, что можно сделать. Хорошо, что я спрятала смартфон в ботинке. Поищу инструкцию по сборке палатки в интернете. Так, посмотрим, пока все понятно. Синди, куда ты пропала? Эй, ребята, смотрите, Синди нашла инструкцию. В некоторых ситуациях без гаджетов и правда не обойтись. Минутку. Синди, дай сюда свой смартфон. Нет, почему? Гаджеты в лагере запрещены. Молодцы, ребята, вы хорошо потрудились. Теперь можете немного отдохнуть. Отлично, спасибо. Активный отдых тоже может быть утомительным. Ну, наконец-то свободное время. Маска для сна мне точно не понадобится. Вместо этого лучше отдохну на каком-нибудь пляже. Синди, что ты собираешься делать? Похоже, она нашла себе занятие. Пока, ребята. Меня ждет солнце, море и песок. Счастливо оставаться. С помощью VR-очков Синди может отправиться в любой уголок мира. Вот это настоящий летний отдых, а не скучный лагерь. Кто-то потерял маску для сна. Эта хитрюга опять за свое. Ну, я ей покажу. Водичка такая тепленькая. Так, ребята, по моей команде поднимаем палатку и переносим ее на другое место. Хорошо, мы поняли. Пойдем. Кажется, на море у Синди начались сильные волны. Мы пришли. Давайте поставим палатку здесь. А теперь тихонечко уходим отсюда. Иногда что-то виртуальное может превратиться в реальность за один миг. Где это я? Неужели мою палатку так далеко унесло? Помогите! Кто-нибудь! Я потерялась! Спасите! А у меня даже смартфона с собой нет, чтобы отследить свое местоположение. Все пропало! Вожатый в лагере должен заботиться о безопасности своих подопечных, поэтому мистер Уоллес тщательно осматривает территорию. Это компьютерная мышь? Интересно, кто ее здесь оставил? Вожатый попался в наш капкан. Не похоже, что она рабочая. 2, 1, тяни. Мистеру Уоллесу нужно лучше смотреть под ноги. Попался. Наживка была что надо. Отпустите меня сейчас же, мелкие хулиганы. Извините, я вас не слышу. Сделаем селфи. Это вам с рук не сойдет. Гаджеты, ребят, находятся в надежных руках. Ведь вожатый лагеря остается бдительным, даже когда спит. Тихо, ребята, не разбудите его. Похоже, у него чуткий сон. Нужно быть аккуратными. Я попробую достать наши гаджеты. Здесь так много комаров. Ой, извините, я не хотел. Нет, не просыпайтесь. Больше ни звука. Хорошо, мы поняли. Действуй. Я буду осторожной. Но комары так громко жужжат. Попался. Чет, тише. Простите. О, смотрите, это защитный спрей от комаров. Он станет козырем в нашей операции по освобождению гаджетов. Отличная идея! О нет, что происходит? Нашествие насекомых! Бежим! В лагере без гаджетов нет системы безопасности, но у мистера Уоллеса свои методы. Попались, детишки! С такой сигнализацией вещи ребят надежно защищены. А здесь просторно. У меня есть бумеранг. Отправим его в полет. У меня есть кое-что поинтереснее.
Смотри, где же он? О, это джойстик. Давай бросим его тоже и посмотрим, как далеко он улетит. Ладно. Ой, Вики, ты в порядке? Поднимайся. Это было внезапно. Голова немного кружится. Уверена, что сможешь это сделать. Вики вложила всю силу в этот бросок. Ого, он так высоко? Но, возможно, она совсем немного перестаралась. Ты его видишь? Нет. Ладно, подождем еще немного. Не понимаю, почему он не возвращается? Может, он попал в какую-то небесную дыру и сейчас летает в космосе? Точно нет. Наконец-то я могу спокойно поесть. Мой завтрак чемпиона готов. Вкуснятинка. О, нет. Ты слышала этот звук? Только попадитесь мне на глаза, мелкие вредители. Я вам такое устрою. Это мистер Уоллес. Он очень зол. Здесь так скучно. Ребята не привыкли проводить так много времени без гаджетов. Хотите послушать музыку? Можем устроить вечеринку. Но как? За это не переживайте. Мне удалось спрятать колонку, пока вожатый не видел. Вау, как ты сумел это сделать? Давайте включим что-нибудь. С музыкой в лагере сразу стало веселее. Это моя любимая песня. Если хочешь убежать со мной, запрыгивай ко мне, давай прокатимся под луной. О, нет, мистер Уоллес идет сюда. Эх, это не лес, а какие-то джунгли. Ребята, выключайте музыку, скорее. Наш вожатый уже здесь. О, нет. Нужно спрятать колонку, чтобы ее не конфисковали. А почему это вы прохлаждаетесь? Ну-ка, поднялись. Быстро. Да, сэр. Я же просил вас нарубить дров для костра. Почему вы этого не сделали? Мы не умеем. Это правда. Да уж, сами в лесу вы бы точно не выжили. Сейчас я покажу вам, как это делается. Смотрите внимательно, чтобы повторить это позже. Вложите всю силу в удар. Моя колоночка. Вожатый хочет научить ребят основам выживания на природе. Но они больше переживают за свои гаджеты. Вот и все. Это несложно. А что это за провода? Не понимаю. Мой верный друг покинул нас. Чет! Это слишком сильный удар для него. Что это с ним? Он у нас просто впечатлительный. Прямо на моих глазах. Так жестоко. Скауты, вперед! Поход – это одно из самых увлекательных событий в летнем лагере. Ребята, подождите меня. Куда же вы так спешите? Давайте сделаем небольшой перерыв на обед. Вы наверняка устали. Да, я уже успела проголодаться. Но я попью водички. Ой, что-то мне нехорошо. Живот скрутило. Ты в порядке? О, нет. Да, я нашел розетку. Я тоже сделаю перерыв, пока ребята обедают. В лагере, где не разрешены гаджеты, тяжело приходится без любимых игр. Да, вперед, догоняй его. Почему игра прервалась? Ноутбук завис. О, нет, не покидай меня, мой драгоценный. Ну что, наигрался? Ой, мистер Уоллес, значит, в догонялке любишь играть? Считай, что ты пойман. Никаких ноутбуков в лагере. Я его конфискую. Вперед, ребята, за мной. Мы можем немного сбавить темп. Вики, не отставай. Идем. Ах да, тут так красиво. Ну же, не останавливайся, иди вперед. Не подгоняй меня. Ребята, будьте осторожны и смотрите под ноги. Осталось еще немного, скоро мы сделаем привал. Для тех, кто не привык ходить в походы, это может быть очень утомительным занятием. Ах, я так устал. Почему ты так вцепилась в эту кору? Тише, я спрятала там телефон. Смотри. Вау, так ты селфи делала. Красиво получилось, правда? Думали, я ничего не замечу. Сейчас я вас проучу. Ребята, нам нужно разжечь костер. Но для начала соберите сухие ветки. Вперед! Оставлю свой телефон здесь. Он будет в безопасности. Ребята наивные, как маленькие дети. Посмотрим, как вы оцените такой пранк. А это я заберу. Вожатый будет нами гордиться. Мы столько веток собрали. Девочки, подождите меня. Я тоже нашел веточку. Разве мы не молодцы? Посмотрите на это. Я это еле донесла. Смотрите, как много. Моя веточка, мне будет не хватать тебя. Да, вы молодцы, ребята. После тяжелой работы можно и передохнуть. Где мой смартфон? Не поняла, куда он пропал? Синди, посмотри на это! Мистер Уоллес, вы что, пользуетесь гаджетами? О чем ты? Это просто кусок коры. Мне нравится собирать такие вещи. Вы, небось, в игры играете. Как знать. Это несправедливо. Прием, как меня слышно? Прием, слышно отлично. Похоже, ребята нашли себе интересное занятие в лагере. Что это за шнур здесь лежит? Нужно отследить, куда он ведет. Да? И что было потом? Так, Вики с кем-то переговаривается. Посмотрим, куда ведет другой конец. Попробую угадать концовку. Попался! Я вас рассекретил, ребята! Наверняка они что-то замышляют. Сейчас я перережу ваш канал связи. Вот и все. Не понял? Да ты что? Как они все еще переговариваются? Вики? Ой, напугали. Дай-ка это сюда. Хотела спрятать наушники.
Нужно было лучше маскироваться. Да уж. Никаких гаджетов в мою смену. Думаю, вы недооценили мою маскировку. Послушаю музыку. О, люблю эту песню. Эта штука сломалась. Прием, меня слышно? Вот это было забавно. Да, ребята такие смешные. От этих комаров нигде не спрячешься. Над чем вы там смеетесь? Он правда это сделал? Вы снова гаджеты от меня прячете? Но ребята так увлечены, что не обращают никакого внимания на вожатого. Что там такого интересного? Покажите мне. Любишь от души посмеяться над видео? Тогда подпишись на наш канал. У Трум-Трум вышел новый ролик. Можно я с вами посмотрю? Угощайтесь попкорном. Вау, спасибо. Похоже, вожатого больше не беспокоит запрет на гаджеты. Ведь им так весело проводить время вместе. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!